Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Мария, я менеджер агентства недвижимости Акар в Хургаде. Мы работаем с 2008 года. Сегодня со мной Екатерина. Мы сейчас едем обратно отвезти в отель нашего клиента-продавца из государственной нотариальной конторы. И мы сегодня продавали квартиру, сделка года, я бы сказала, было все у нас здорово, весело и интересно. Сейчас у нас Екатерина расскажет, какие удобные условия мы сделали с переводом на карту денег и прочие детали, как вообще все прошло и как быстро мы продали свою вторую квартиру внезапно. Да, мы собирались продать одну квартиру, и на случай мои документы оказались рядом, и нашелся сразу второй покупатель. Это, конечно, фантастика. Фантастика оказаться в другой стране и решить вопрос буквально за пару часов. Я искренне благодарна. Ну, команда. Спасибо. Да, мы сегодня очень быстро продали, на самом деле, вторую квартиру. Дело в том, что одну квартиру мы нашему клиенту продали, продавцу, но со второй так быстро дело не пошло. Вот. Ну и поскольку уже были здесь все на месте, в Египте, Екатерина приняла решение, что стоит все-таки снизить немного цену на $1000 меньше. И квартира ушла буквально после этого снижения цены за 15 минут в течение ближайших полутора часов. Мы уже получили деньги, и сейчас уже клиент... Да, деньги что... у меня. Деньги получили, да, все деньги у нас уже и на картах. Вышло удобно, мы смогли расплатиться на российский банк, как в валюте, так и в рублях. Поэтому, Екатерина, советуете с нами работать? Да, только с нами советуете. Да, вот сейчас едем уже обратно, и у нас все очень здорово прошло. Друзья, если у вас есть квартира, если вы хотите ее быстро продать, обращайтесь к нам. Мы в этом спецы, как показала практика, это у нас уже далеко не первая продажа мгновенная. Буквально вот на днях у нас была другая продажа за 2 часа после съемки квартиры. Поэтому приезжайте, и вот следуйте примеру Екатерины, все будет у вас гладко и круто. Спасибо, пока-пока.